Добрый день, друзья! Сегодня у нас в гостях автомобиль Jaguar XKR. Это наследник великого Jaguar E-Type 1961 года. Давайте посмотрим на него поближе. Машина эта начала выпускаться где-то в начале 2000-х годов и с небольшими изменениями производится до сих пор. В ней дизайнер Ян Келлам нашел определенную последовательную квинтэссенцию черт самого первого классического спортивного гран-туризма от Jaguar. Надо сказать, что E-Type не был первым по-настоящему спортивным автомобилем, но он был первым породистым уже харизматичным автомобилем для путешествий и гонок выходного дня. И вот машина, которая мы видим здесь, сделана уже даже не под началом Форда, хотя в 90-х годах компания Ford приобрела все права на модели Jaguar, и предыдущая модель XK8 была сделана на агрегатах Форда, фактически на американском шасси. Эта машина более рафинированная, более отточенная, хотя она генетически происходит от автомобиля XK8, но здесь Jaguar исправил, можно сказать, некоторые неточности, которые были типичны для XK8. И, например, сделал более короткий передний свес, что свойственно классическому силуэту вообще автомобилей 60-х годов и классических спортивных купе в общем. Дал более узкую красивую корму, но в остальном автомобиль абсолютная классика, за исключением только автоматической коробки передач. У машины двигатель продольно расположен, V-образная 4,2 или 5 литров восьмерка. Здесь представлена модель XKR с турбонагнетателем, приводимым в движение от коленчатого вала маховика, который и раскручивается за счет его вращения и повышает давление воздуха и нагнетает его обратно в цилиндре. Эта модель выдает 420 лошадиных сил. Надо сказать, что на этой машине мне удалось прокатиться еще в далеком 2009 году, и она совершенно комфортна. Я бы сказал, что она не лишена какого-то экстремального вождения, свойственно аналогичным моделям Porsche 911 или даже Мустангу с 5-литровым V8. Это скорее именно автомобиль гран-туризма для дальних поездок с прекрасным харизматическим звуком, рыком Jaguar. И центр тяжести здесь, конечно же, делается на джентльменские выходные, поездку в оперу или в казино, но не на трек. И это надо прекрасно понимать. Поэтому перед нами, в общем-то, доживший до сегодняшних дней и один из последних благородных автомобилей аристократов, автомобилей для отдыха и спортивных путешествий. Итак, друзья, Jaguar XKR. До новых встреч!